Город и коммунальные службы продолжают расчищать улицы и дворы от снега. Напомним, только за первую неделю февраля в Тольятти выпало рекордное за 15 лет количество осадков. По словам коммунальщиков, уборка шла бы намного быстрее, если бы люди убирали свои автомобили во дворах. Они мешают спецтехнике. На помощь службам пришла госавтоинспекция. Снега настолько много, что на помощь коммунальным службам на улице города выходят жители Тольятти с лопатами в руках. Работает, конечно, и спецтехника. Но не везде и не всегда она может проехать во дворах. Мешают припаркованные машины. На помощь коммунальщикам пришли сотрудники ГИБДД. Они выявляют владельцев автомобилей, находят их контакты и просят убрать машины. Затрудняет уборку техники и просьба вообще ко всем автолюбителям не бросать на долгий срок свои автомобили. Это очень затрудняет. Снегоуборочная техника работает в сопровождении экипажей ГИБДД и на городских магистралях. Инспекторы ГАИ обеспечивают безопасность при проведении дорожных работ. В данный момент производим очистку и обработку магистральных дорог города Тольятти. При обильных снегопадах очистка дорог производится регулярно в круглосуточном режиме. Сотрудниками госавтоинспекции городского округа Тольятти на постоянной основе осуществляются контрольно-надзорные функции за транспортно-эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети. При выявлении недостатков, связанных с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог в зимний период, к подрядным организациям принимаются меры административного характера. Новый сюрприз от природы не заставит себя долго ждать. Синоптики отмечают, что со второй половины недели в регион пожалует новый циклон с усилением осадков. А это значит, работать коммунальщикам предстоит стоит с новой силой. Наталья Лопатина, Кристина Рогова. Новости Тольятти.